Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 107 на странице 41. Рабочей тетради по математике для второго класса автора Маром. В коробке было 12 карандашей. После того, как из коробки несколько карандашей взял Саша и 4 карандаша взял Юра, в коробке осталось 5 карандашей. Сколько карандашей из коробки взял Саша? Сделай схематический чертеж и реши задачу. Итак, давайте сначала сделаем схематический чертеж. Нам известно, что всего в коробке было 12 карандашей. Начертим прямую, длина которой 12 клеточек. Столько карандашей было? 12 карандашей косточкой. После того, как из коробки несколько карандашей взял Саша, 4 карандаша взял Юра, мне осталось 5 карандашей. Осталось 4 карандаша взял Юра, и несколько карандашей осталось. Чтобы узнать, сколько осталось, сначала мы узнаем, сколько карандашей было, осталось и взял Юра. К 5 прибавим 4. Получится 9 карандашей косточкой. Записываем в скобках. Ну и теперь мы узнаем, сколько карандашей взял Саша. Из 12 вычтем 9. Получится 3. 3 карандаша косточкой записываем в скобках. Взял с коробки Саша. Пишем ответ. 3 карандаша. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.